На конкурс дети читают стихи. Маша Румакова, 5 лет, детский сад номер 33 города Губкина Белгородской области. Маша прочитает свое любимое стихотворение Андрея Усачева. «Избушка на курьих ножках, живая избушка у бабы-яги. У этой избушки две курьих ноги, торчат ее ноги наружу и мерзнут январскую стужу. Купила ей баба-яга сапоги, малые сапоги для куриной ноги. И туфелек нет в магазинах для ног великанских куриных. Размер у избы 92-й. Примерить ботинок с дырой несет ей хозяйка кроссовки. Момент развалились обновки. Придет одиноко она среду брав, то ногу одну, то другую пожав. Вздыхает тоски и печали, как люди теперь измельчали.